Вообще Северный Кавказ живет последние два десятилетия в таком режиме и по такой схеме, что мы приближены были к санкционному режиму. Вы прекрасно знаете о том, что чаще о Северном Кавказе мы говорили, часто употребляя слово терроризм, угроза терроризма, безопасность, инвестиционная непривлекательность. И сегодня, скажу откровенно, геополитика, которая все время вмешивалась в экономику Северного Кавказа, на этот раз не стала исключением, но, возможно, эта же геополитика дает нам, Северокавказским республикам, сегодня шанс. Этот шанс, если Северокавказские республики сегодня не используют, то второго шанса в ближайшее время нам практически получить будет невозможно. О чем в первую очередь идет речь? Если мы говорим о импортозамещении, если мы знаем с вами о том, что удельный вес производства сельского хозяйства, например, продукции сельского хозяйства, ВВП Северокавказских республик составляет 30%, а в среднем эта цифра составляет 8,9% по России, то, конечно, мы с вами с уверенностью можем сказать, что точно есть что использовать. Сможем мы или нет? Сможет исполнительная власть грамотно и эффективно выстроить свои экономики, подготовить профессиональные эффективные проекты, и сможет ли бизнес реализовать уже существующие проекты, то вот это, конечно, самый главный вопрос. Скажу, что сегодня уже за 2014 год можно точно сказать, что производством собственных инвестиций занялись малый и средний бизнес Северокавказских республик. Что это означает? Это означает, что, несмотря на трудности, мы реализовывали свои проекты, мы занимались невыгодным, как принято говорить, сельским хозяйством, потому что некуда было сбывать товар, было очень мало денег, и самое главное, нам присущи были все минусы, которые присущи по всей России. Это и коррупция, и все остальные составляющие. Но сегодня точно можно сказать, что в 2-3 раза дороже продали свою сельхозпродукцию малый и средний бизнес, мощные предприятия, которые занимались производством сельского хозяйства. И самое главное, с реализацией не было никаких проблем. Я разговаривал со многими людьми, представляющими бизнес, что два десятилетия, связанные с рынком и с конкуренцией, они практически были как минимум и теоретически, и практически преодолены. Сейчас они говорили о том, что если бы знать, что произойдет в 2014 году, если бы знать об антисанкциях, которые будут все-таки применены к тем странам, которые применили к нам санкции, к европейским странам, то, конечно, продукции возможно и можно было бы вырастить в 2-3 раза больше. Но в 2015 году, в 2016 году эти возможности у нас, конечно же, есть. Более того, могу сказать о том, что Кавказ точно достаточно инновационен сегодня. И вот эти условия, которые сейчас создаются, они сподвигают к тому, чтобы заняться серьезными, более уже стратегическими вещами. Например, говоря о сельхозпродукции, среди вас очень многие, наверное, знают об этом. Специалисты говорят, что так или иначе мы на 90% зависим в любом случае от европейских стран, где мы даже с точки зрения закупки семян. 90%, задумайтесь. И очень важно, что сейчас в республиках Северного Кавказа занялись тем, чтобы серьезно выращивать семена картофеля, например. Если говорить об промышленности, то вспомните, если кто знает, или же обратитесь к источникам, например, рентгеновское оборудование в Кабардино-Балкарии, в городе Майском, которое сейчас производится, которое может конкурировать практически с КТ, с компьютерными томографами. Они все функционируют в области диагностики, травматологии и разных других направлений. Это на самом деле инновации. Более того, если говорить, например, о предприятиях Карачаева-Черкесии, можно вспомнить агрофирму, которая может сейчас расширяться, и этим они и занимаются. Кстати говоря, они производят 10% всей тепличной продукции России. Это очень важно. Потенциал – это не просто на словах, и впервые за последнее время появляется возможность реализации этого потенциала.